данном видеообзоре мы рассмотрим активную мультимедийную систему KingHan модели ER2839. Это трехкомпонентная акустическая система. Колонки выполнены в современном дизайне и воспроизводят кристально чистый звук, насыщенный глубокими басами благодаря деревянному сабвуферу с низкочастотным динамиком. Акустическая система выполнена в стильном черном дизайне и подходит под любой современный интерьер и воспроизводит чистый сбалансированный звук. Простота подключения с помощью мини-джек диаметром 3,5 мм можно без труда подключить ваш ПК, MP3 проигрыватель или проигрыватель компакт-дисков и выбрать то, что будете слушать. В данной системе присутствует магнитное экранирование, с помощью которой можно установить колонки около монитора и не бояться появления искажений. Также управление высокими и низкими частотами, а также громкостью вынесены на верхнюю часть сабвуфера. Тип акустики 2.1. Общая выходная мощность составляет 40 Вт, из которой мощность сателлитов составляет 2 по 10 Вт, а мощность сабвуфера 20 Вт. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц, а соотношение сигнал-шум более 68 дБ. Полное сопротивление сабвуфера, как и сателлит, составляет 4 Ома. Размер сателлитов 3,5 дюйма, а сабвуфера 4 дюйма. Материал сателлиты выполнен из пластика, а сабвуфера из дерева. Также на задней части сабвуфера находится кнопка «Включить-выключить питание» и порты входа-выхода. Питание сабвуфера производится от сети 220 вольт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.